Приветствую всех на канале Sax Instructor. Сегодня у нас очередная, уже 19-я по счету, виниловая суббота. И сегодня мы слушаем замечательную пластинку Майкла Фрэнкса «Sleeping Gypsy». Майкл Фрэнкс – это калифорнийский музыкант. Родился в 1944 году, он пишет музыку, пишет стихи. Систематического музыкального образования у него нет. В юности он купил гитару за $30, и к ней прилагалось 6 бесплатных музыкальных уроков. И это единственные уроки музыки, которые он получил за всю свою жизнь. Его песни перепевали Crusaders, Курт Эллинг, Дайна Кроул, Ширли Бесси, Манхэттен Трансфер и многие другие великие музыканты. Это его третий альбом 1977 года «Sleeping Gypsy», «Спящая цыганка» или «Спящий цыган» в моем переводе. И это так называемый смуз-джаз или поп-джаз. Я периодически слышу недоумение у неподготовленных слушателей, когда они обсуждают, например, бибоп, хард-боп или тем более фьюжн. Называют эту музыку каким-то набором звуков, очень быстрых пассажей. Люди не успевают следить за мелодической линией. Музыка кажется им перегруженной, лишенной мелодичности, смысла. И вот как раз вот такой стиль, поп-джаз или смуз-джаз, он гораздо понятнее неподготовленному слушателю и подходит для фонового прослушивания. Если вы пришли вечером с работы и хотите просто послушать легкую, фоновую, красивую музыку, то эта пластинка как раз для вас. Но меня здесь в первую очередь привлек состав музыкантов, потому что здесь играют очень сильные исполнители. И в первую очередь из саксофонистов, да, по нашей части, это Дэвид Сенборн на альтсаксофоне и Майкл Брейкер на тенор-саксофоне. Все знают, что до своей серьезной джазовой карьеры в 70-х годах Брейкер играл с поп-исполнителями. И здесь, несмотря на вот эту раннюю запись, где Майкл Брейкер еще совсем молодой человек, он уже играет все свои фишки, которые вы будете слышать в более поздних его записях. Здесь есть ладовые замены, здесь есть ghost notes, такие призрачные ноты, есть сложные такие системы с заменой аппликатур. В общем, здесь есть что послушать. И если вы когда-то планировали поснимать соло Майкла Брейкера, то вот этот альбом, пожалуй, лучший вариант для начала, потому что здесь он еще играет не очень сложные пассажи, и, в принципе, все слышно. Давайте я расскажу о музыкантах, которые здесь играют. Здесь довольно большой состав музыкантов. На вокале Майкл Фрэнкс. Джо Сэмпл играет на клавишах, Уилтон Фелдер на бас-гитаре, Джон Гуверин на барабанах, Ларри Карлтон, разумеется, на гитаре, Дэвид Сенборн на альтсаксофоне, Майкл Брейкер на тенор-саксофоне, Ларри Бункер на перкуссии, Рэй Армандо также на перкуссии, Жоао Пальма на барабанах, Жоао Доната на фортепиано в двух композициях, Хелио Дель Миро на ритм-гитаре, Клаус Огерман аранжировщик и дирижер, Израиль Бейкер, концертмейстер. В описании к этому видео будет ссылка на Boosty, где можно послушать обе стороны этой пластинки, которую я сегодня утром записал, а также отдельная ссылка, как обычно, для патронов, где можно скачать все треки в формате MP3 и WAV. Желаю вам приятного прослушивания, до новых встреч, пока!